Что такое семья? Слово это понятно всем, как слово «хлеб» или слово «вода». Оно впитывается нами с первых сознательных моментов жизни, оно постоянно рядом с каждым из нас. Семья – это дом, это муж и жена, это дети и внуки, это бабушки и дедушки. Семья – это любовь и забота, успехи и радости, переживания и печали, привычки и традиции. Живет в станице Калининской дружная, трудолюбивая, творческая, многодетная семья Натальи Анатольевны и Александра Николаевича Гусаковых. Их семейный стаж более 40 лет. Наталья и Александр – любящие и счастливые родители четырех дочерей, у которых уже есть свои семьи и свои дети. «Семья – это не просто люди, которые живут вместе, – говорят Гусаковы. Это в первую очередь родственные души. В этой семье согласие и взаимопонимание царят во всем – в работе, в домашних делах и, конечно же, в увлечениях и интересах. Семья Гусаковых – театральная семья. Более 30 лет Александр и Наталья являются актерами Народного театра комедии Калининского дома культуры. Сколько сыграно спектаклей, сколько создано образов, Александр обладает великолепными актерскими способностями. Все его герои не похожи друг на друга. У каждого свой характер, манера, речь, стиль поведения, черты, присущие только героям Александра Гусакова, которые выделяют его на сцене. А представленные персонажи сразу становятся любимцами зрителей. Наталья не только замечательная лирическая актриса, но и мастер разговорного жанра. Она прекрасно исполняет юмористические рассказы и сатирические монологи. Четыре дочери Светлана, Олеся, Александр и Марина были участницами сначала детского театра, а затем играли в постановках молодежного театрального коллектива. За заслуги в области развития самодеятельного театрального искусства Наталья и Александр Гусаковы удостоены почетного звания «Ветеран народного творчества Кубани». Еще одна семейная страсть Гусаковых – это горы. Каждый год они выбирают время, чтобы отправиться в поход. В начале семейной жизни ходили вдвоем, затем с друзьями, а сейчас обязательно берут с собой внуков. Для них это самый лучший отдых. Многодневные переходы, палатка, костер, горные реки, невиданные пещеры, густые леса и захватывающий дух разнообразные виды родной Кубани. Все это подпитывает энергией и дает силы жить в нашем непростом мире. И они живут, являясь примером для своих детей и внуков. На вопрос, что для них означает семья, Гусаковы отвечают: «Семья – это люди, которым ты нужен, в радости и в горе, в мелочах и в целом. Они приходят в нужную минуту и остаются с тобой, несмотря ни на что».